Приветствую вас, друзья и зрители моего канала. Перед вами монета 5 пула 2013 года. Ботсвана. Такая вот интересная монета с изображением гусеницы. Так, гусеница на листе дерева мапаны. Достаточно интересно, действительно. Так, с обратной стороны здесь у нас изображен герб с зебрами. Интересная монета. Материал монеты биметалл. Диаметр ее 28 миллиметров. Толщина 2,2 миллиметра. Гурт секторальное рифление. Вес ее составляет 8,7 грамма. Средняя стоимость монеты от 100 до 130 рублей. В зависимости от состояния и у кого вы ее покупаете. Вообще, достаточно интересная монета в коллекции иметь. Спасибо, друзья, всем за внимание. Кто не подписан на канал, не забудьте подписаться. Оцените ролик лайком или дизлайком, кому как нравится. Всем пока!